Всем привет, друзья! С вами Александр, и мы продолжаем серию роликов о бренде Pitusa, о их колясочках. И сегодня мы будем с вами разбирать коляску Pitusa Matrix. Это у нас такая компактная прогулочная колясочка. Цвет у нас черный сегодня в обзоре. И в двух словах технические базовые характеристики назову. Подробные, детальные, точные характеристики будут по ссылке в описании, чтобы вы в комментариях не спрашивали, там, например, длина сиденья какая. Вот детальнейшие характеристики будут в описании. Если у вас еще вопросы после обзора останутся, там можно будет их закрыть. Если нет, комментарий напишите, отвечу вам. Сейчас же базовый Pitusa, это испанский бренд. Вес с сиденьем, друзья, 8,8 килограмма. Сразу скажу, это не самая легкая коляска, но она не просто так столько весит. Она очень добротная колясочка, хорошо собранная такая, прям, вы знаете, внушает такое доверие. Когда мы ее, скажем так, юзаем, мы чувствуем, что мы эксплуатируем прочную вещь. Сиденье у нас регулируется 115, друзья, 170 градусов наклон, прекрасный показатель. Производитель заявляет, что можно ее эксплуатировать с 7 месяцев до 4 5 лет приблизительно, так как выдерживает вся конструкция 22 килограмма и 51 сантиметр ширина колесной базы. Везде проедете, все хорошо. И теперь, друзья, давайте я вам назову комплектацию, потому что комплектация здесь на удивление богатая. В такого рода колясках редко мы увидим то, что сейчас я вам назову. В комплект входит ремешочек на запястье, чтобы вот он вы как бы одеваете, она у вас там случайно на дорогу не откатится, если вы там зазевались, например, по телефону. Транспортировочная сумка-чехол также входит, подстаканник у нас входит, накидка на ножки у нас входит в комплект, ее я тоже вам покажу. Антимоскитная сетка входит, фирменный дождевик входит в комплект. В общем, друзья, здесь входит все, что вообще только возможно в коляске добавить. Только зимнего конверта в ней нет, но она летняя. Вот, собственно, вот такая чудесная комплектация. И самое, что интересно, у нее очень классная цена. Вот после обзора пройдите по ссылке, посмотрите. Ну, собственно, хватит разговоров, давайте изучать. Начнем сверху вниз, с козырька, и непосредственно скажу сразу про ткань. Ткань, друзья, здесь, как показывает практика, вот такая ткань хорошо держит влагу. Она износостойкая, ее достаточно тяжело повредить, она такая живучая и легко чистится. Вот это я вам точно могу сказать. Вот, здесь у нас на козырьке есть вот такое смотровое окошечко с москитной. Все у нас на магнитике здесь. В таком ценовом сегменте магнитики обычно не делают. Дальше мы можем открыть секцию на козырьке. Сейчас я ее открою, друзья. И сразу хочу замочек заметить. Замочек, он прорезинен, чтобы было более все герметично. Открываем. Козырек становится еще больше. И что самое классное, на мой взгляд, кому-то может наоборот покажется, вот эта секция не из москитной сеточки, а просто увеличивает козырек. Это здорово. Давайте послушаем, как он регулируется по звуку. Ну, в принципе, шумноват, конечно. Ну, да ладно, за такую цену можно это все простить. Что касается ручки, друзья, напоминаю, точная высота ручки от пола в характеристиках по ссылке пройдите. Так, смотрите, вот 186 мой рост, и можете проецировать, как будет приблизительно вам эта колясочка. Как по мне, мне лично с моим ростом 99% колясок подходит высота ручек, ну а вы проецируете, как вам. Как по мне, хорошо усредненная высота, большинству должно быть окей. Давайте смотрим на сидушку. Сразу хочу заметить, в комплекте идет вот такая подушечка под голову. Вот, пятиточные ремни, естественно, бампер. У нас есть перемычка, бампер откидывается у нас в стороночку. Давайте посмотрим, только в сторонку или как... Нет, видите, только в стороночку. Но сразу подмечу, здесь металлическое крепление. Это на самом деле очень круто, потому что меньше шансов поломать бампер. А, давайте сразу... Про замочек очень все здесь хорошо. Он у нас магнитный. Мы просто прислоняем, он сам магнитится. Здесь магнитится. Это очень удобно, чтобы быстро это все провернуть. Потому что иногда у мамы может быть рука занята, там еще другой ребенок что-то мешается. Поэтому это можно делать оперативно и меньше заморочек.
У нас также вот эта часть вся в эко-коже, ступенечка для ребенка. В общем, все по-взрослому, все хорошо. Все сделано так, как хотелось бы, чтобы было сделано. Дальше смотрим. Регулируется у нас вот таким образом вниз и вот таким наверх. Здесь такой гибридный механизм. Вниз мы с помощью ручки опускаем, вверх с помощью ремешка. Обычно будет или ремешок, или ручка. Тут же вот таким путем пошли. А что еще мне здесь нравится? То, что можно вот таким образом открыть. Здесь это все можно зафиксировать. Вот так проворачиваем, фиксируем. И у нас отличная москитная сеточка, закрытое основание сзади. И ребенку хорошо можно устроить проветривание там. Поднимаем. Давайте, кстати, вот наклон сразу посмотрим. И опустим максимально козырек. Чтобы вы увидели, как ребенок будет, в принципе, закрыт, если вы опустите лежа и козырек до конца. Вот такую картину мы получаем. Дальше. Посмотрим на максимально сидячее положение на 115 градусов. Это, как по мне, очень хороший показатель, потому что здесь посадка почти капитанская, ребенок сильно назад не завален и будет нормально такой в прогулке бодрствовать, хорошо себя комфортно чувствовать и ехать. Давайте взглянем с вами на основание. Колеса, друзья, у нас здесь прорезиненные, мягенькие. Едет, кстати, она приятно, тихо. Давайте посмотрим на антишок. Спереди есть, а сзади это уже сразу понятно, что есть, потому что здесь пружины стоят. Их даже специально вывели наружу, чтобы не было вопросов, есть тут амортизация или нет. Все хорошо. Что касается багажника. Багажник классный, сделан из толстого материала. И большой, хороший доступ в него. Он глубокий, внизу в основании пластины вшиты, чтобы он не провисал. В общем, багажник окей. Я думаю, что 3-5 килограмм он должен спокойно выдерживать. Но опять же, в характеристиках можно все уточнить. Но как показывает практика, такая конструкция хорошо держит вес. Тормоз, друзья, нажимаем, ставим, нажимаем, снимаем. Самый офигенный тормоз, потому что вы не корябаете обувь, все четко, все нормально. Так, теперь давайте взглянем, как это все дело складывается. Чтобы сложить, друзья, на ручке кнопка маленькая и большую нажимаем и толкаем вперед. Все, вот таким образом. Чтобы было все компактнее, скидываем бампер, и она будет, соответственно, на вот высоту бампера еще меньше. Упаковываем это все в транспортировочную сумку, и можно себе спокойно путешествовать или убирать на хранение. В общем, это уже на ваше усмотрение, как вы будете с сумочкой там распоряжаться. Обратно, вот таким образом, и все окей. Еще раз подмечу, вот 8,8 килограмма она весит, но благодаря этому я чувствую, что я качу такую добротную вещь, она приятно едет, не брынчит, тарахтит, знаете, как многие коляски. Здесь вот создается впечатление хорошей вещи. И цена, самое важное здесь вот цена. Качество, комплектация, бренд неплохой на самом деле, друзья. Это вот соотношение очень годное. Поэтому ссылка в описании. Проходите, смотрите. Вопросы остались, пишите. Отвечу на них с вами, там пообщаемся в комментариях. Ну а вам хорошего, грамотного выбора и удачной дороги.